отчаяния, что скоро, наверное, я догорю. Голосом охрипшим от молчания говорю о тех непослушных и непослушанных, о спрятавших свет свой в склеп и столов, о душах безверием в души удушенных, о тех, кто не высказал сказанных слов, о тех, кто о совесть сомнений разбился, о тех, кто святое в цветы уронил. Схоронили, ведь лучше, чем схоронился, сохранился, ведь лучше, чем схоронил. Сгибая в поклонах колени о том, что уже не сказать им самим. Голос мой, колокол поколения, безмолвной молитвы его. Аминь.